Всем привет зрителям, подписчикам канала. Поступил телевизор на ремонт фирмы Мистери. Модель у нас MTV 3028 LT2. Калининградская сборка. 2013 год. Изготовление. Скрываем. В общем, скрыл телевизор. Телевизор у нас всего лишь одна плата. Материнская, совмещенная с блоком питания и веб-драйвером. Посмотреть можно. Неисправность такая, телевизор не включается, горит дежурка. Если нажать на кнопочку, загорается как бы в рабочий режим синий. Синий свет, индикатор загорается и обратно уходит в дежурку. Может даже экран моргнуть. В общем, неисправность. Заменил 4 конденсатора. Вот 1, 2, 3. И здесь у нас 4-й. 4 солдата, отслужившие свое. Опухших. Тип матрицы посмотрим. Ой, телевизор. Матрица 275. Производитель заявляет 30 дюймов, а на самом деле он 28 дюймов. Что собираем, включаем. Телевизор собрал. Включаю. Все исправно работает. В общем, ремонт, замена 4 конденсаторов. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. До новых встреч!